Сегодня мы живем в мире, что меняется и развивается очень быстро. Поэтому для того, чтобы быть более приспособленным к этому миру, люди зачастую ищут классные места, где они смогут научиться чему-то новому и где они смогут познакомиться с интересными людьми. Одним из таких мест в столице Молдовы является American House. American House – это культурный центр, предоставляющий информацию о Соединенных Штатах Америки. Их обычаях, культуре, экономике, политике, истории и демократических ценностях. Также этот центр регулярно проводит мероприятия, на которых смогут принять участие лица любых возрастных групп и на абсолютно бесплатной основе. Расположен же этот центр на улице Бодони, 27. Мы сейчас находимся в America House, это американский культурный центр, где мы проводим огромное количество мероприятий, посвященных изучению, во-первых, естественно, американской культуре, также отличное место для того, чтобы практиковать свой английский язык, и даже, кстати, его можно практиковать непосредственно с носителями языка. Помимо всего этого, у нас также есть и волонтерская программа, каждые полгода мы открываем должность волонтерскую, и ребята от 16 лет могут отправлять свои заявки и стать частью America House хотя бы на 6 месяцев. В течение этого времени они получают много новых навыков, изучают, как вести социальные сети, как создавать свои мероприятия и много чего другого. Но самое главное, что все это происходит на английском языке, так что опять возвращаемся к тому, что это наилучший и, мне кажется, один из самых интересных способов изучать английский язык. Я волонтерю в America House, потому что меня привлекают очень сильные события и молодые и интересные люди, которые посещают эти события. Обычно у нас проводится каждый месяц, к примеру, книжный клуб есть, и также другие тематические события, связанные с американской культурой. I'm so happy to be here because every time when I came, I get new knowledge and new experience, new mindset. So that's why I'm happy. Okay, so book club was amazing, but it has certain flaws in it. Like, it lets the speaker do all the talking, whereas I see it as a way or means to exploring what we think about the book, and that's what I gripe about, and overall it's good. So. I feel excited about this project because I observed how younger generation, they speak about books and give ideas how they speak English and what they can tell about the books they read.